пахнет, не бойся, он в шлеме. Тут как раз было кого? Головкина. Приготовили. Был кринж, как раз работа коллеги Головкина. Конечно, кого ты даже положил? Я положил. Это Головкина не ложил. Бой! Центр держим, структуру держим. Хоп, 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 чего остановился? Хоп, 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 хоп! Не, неплохо. Углы. Колени. Стоп. Хорошо. Хорошо. Приготовили сейчас. Осталось чуть-чуть. В этой ситуации, когда чувствуешь кринчи, или работая локтями, или уже разрывает, но они просто не стоят. Тут ты не можешь это заработать ни руками, колени ты еще не знаешь, броски ты еще не учи. Поэтому на своем уровне обучения или уже вставляют лодки, или если ты их не вставляешь, разрывай их по другому. Как его так вот, вот он вошел в него, да. Разрывай как можешь. И опять ходи, ходи, работай. Приготовились. Это на этом уровне обучения. На более высоких уровне обучения это идеальная вещь для того, чтобы вставлять уже лайджан, работать коленями и делать не уже подсечки. Это как раз идеальная вещь. Приготовились. Бой! Вот, 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 бежит в сторону. Время. Стоп.